Гостевой дом «Астория» находится в Адлере, в шаговой доступности от пляжа. Ресепшн работает круглосуточно. Доступ к Wi-Fi предоставляется бесплатно. Для размещения предлагаются уютные номера с видом на море, которые оборудованы основной мебелью, телевизором, кондиционером, холодильником. Постельное белье и полотенце предоставляются. Ванная комната оснащена туалетными принадлежностями и средствами гигиены. Расстояние до аэропорта 4 километра, до железнодорожного вокзала Адлер 3 километра. В радиусе 6 километров гости могут посмотреть местные достопримечательности и посетить торговый центр. Гора Ахун в 9 километрах. Пляж находится в 5 минутах ходьбы. Дети до 3 лет бесплатно, без основного места, дополнительное место платное. Регистрация заезда с 14 часов ровно, регистрация выезда до 12 часов ровно. Ранний заезд и поздний выезд возможен при наличии свободного номера. Размещение домашних животных возможно по запросу.